Привет, дружище! Я приветствую тебя на моем канале. Сегодня у нас вышел новый чемпион, Белвет, императрица бездны, так сказать. Вот. И у нее сразу появился скинец, мини-босс Белвет. Я считаю, что это должен быть макси-босс, ибо это императрица, которая поглощает там целый мир, целый город. Вот. И которая была нацелена уже на Рунтеро, так сказать. Ну, это как нам передали риоты. Итак, поиграть мы за нее сегодня не сможем. По одной простой причине. У меня большой пинг на сервере. 180, по-моему, мне не изменяет память. Вот, с таким пингом очень сложно играть. Поэтому мы посмотрим на нее в тренировочке. Ну, поехали. Итак. Вот она у нас здесь. Сейчас я музычку выключу, хотя, я думаю, не так уж мешает, но все же. Посмотрим на нее. Это уже скинованная. Так. Какая она злая. Эти эпичные танцы. Так. Сейчас мы посмотрим, как она умирает. Забавно. Понятно. Итак. Значит. Нам нужен манекен. Посмотрим ее умения. Я превосхожу вас всех. Так, тут. Да, это, собственно, пассивная. Сейчас. Так, пассивное умение. Это у нас лиловая смерть. После применения умение Белвет становится... А, на секунду. У нее возрастает скорость на 2 следующие автоатаки. Кроме того, участвуя в убийствах, или монстров, или чемпионов, так как она лесник, у нее сразу идут монстры в пассивке. Она получает постоянную прибавку к скорости атаки в виде лиловых зарядов. То есть, вот это вот. На 2,5. Да, нормально. Белвет атакует быстрее, чем другие чемпионы, и на нее не действует ограничение на максимальную скорость атаки. Это единственный чемпион в Лиге Легенд, у которого нет ограничения на максимальную скорость автоатаки. Вернее, скорость атаки. Однако ее автоатаки и эффекты при попадании наносят меньше урона, а скорость атаки не растет при повышении уровня. То есть... Вот у нее 0.98 на 18 уровне без предметов. Так, фьюшка. Это у нее рывок. У нее есть 4 направления. Вот они. 1, 2, 3, 4. То есть мы можем либо сюда, потом сюда, потом сюда и сюда. И все. И она уходит полностью в КД. То есть, если она влетает в троих, пятерых, в четверых, неважно. Поставим сюда 4. Да, вот. Допустим, идешь такой. Бам, и она всех дамажит. То есть, вот таким вот образом. Дамаг проходит по всем. Если она всех заденет, то есть... Вот так.
Тогда да. Это у нее. В. Вэшка — это подброс. Называется она сверху снизу, вот в описании есть. То есть она сверху бьет, снизу подбрасывает и замедляет. И, то есть, допустим, у нас вот 2 секунды, 1 секунда, бам, бам. Сейчас сделаем все 4 рывка. А, ну да. В общем, хоп, и сразу откатилось все. То есть, после Q, допустим, если мы использовали 4 раза, у нас есть вэшка, и остается там пару секунд, мы можем использовать вэшку, и Q-шка у нас откатится. То есть она ускоряет откат Q. Ешка у нас ярость императрицы. Вот. Тут косяк есть с описанием умений. Поэтому я скажу то, что помню. Да, это то, что я читал. Так, она создает вихрь таким образом, как у Фиддлстикса. Вот таким макаром. И количество зарядов, которые она наносит, зависит только от ее скорости атаки. Сейчас мы надамажим. Вот, 1.75 скорость атаки. И она достаточно нормально так дамажит. Так, ну, а с ультой есть некоторые нюансы. Ульта у нее работает только, когда убивается Герольд, Барон. А насчет дракона, не знаю, не проверял. И, естественно, чемпионы. Также при использовании ульты, у нее есть своя пассивка ульты. Каждая вторая автоатака, направленная в одну и ту же цель, наносит дополнительный чистый урон. И суммируется он бесконечно. Когда Блвет участвует в убийстве эпических монстров, чемпионов, они оставляют после себя такие кристаллики, типа кораллы бездны. Вот. Активка у Блвет ульты. Она поглощает коралл, взрывается, замедляет окружающих, то есть и наносит им чистый урон в зависимости от недостающего здоровья чемпионов. И временно принимает истинную форму. Так, также если использовать кораллы после Герольда или Барона, они будут дольше, вернее, ульта будет дольше действовать в истинной форме, чем после чемпионов. Также она может еще призывать войдов, как Мальза. Да. Истинная форма Белвет увеличивает максимальный запас здоровья, скорость передвижения вне боя, дальность атаки и общую скорость атаки. Кроме того, пока действует форма, вот эта вот истинная, Q позволяет Белвет преодолевать препятствия. То есть она может через стены прыгать, там через большие, я так понимаю. Ну, что ж, надо закупиться. Закупиться. Она очень-очень дамажная. Особенно скорость атаки у нее — это просто трэш. Я уже потестил. Так, возьмем. Возьмем. Да, вот эту. Потом возьмем Гинсу. И я думаю, можно взять вот это. И тапки на скорость атаки. Вот, мы получаем 2.98. 2.98 скорость атаки — это слишком, мне как мне кажется.
Вот такой дамаг мы получаем просто. Хорошо, погнали. Погнали сюда. Так. У нас уже есть барон. Вот он, этот кристаллик. То есть мы подлетаем. Так он не активируется. Нажимаем R. Вот так она выглядит. Вот такая у нее скорость атаки. Четыре пятьдесят пять. Это очень много, я считаю. Это прям очень много. То есть какой дамаг? Ну это определенно нерв, потому что ну это слишком жестко, особенно для нашего комьюнити. Ну как бы. Начнется полный засер лиги. Ну, бля, да. Это слишком жестко, я считаю. То есть она с таким уроном это все делает. Плюс еще смертельный темп. Плюс еще вот это пассивное умение. То есть мы возьмем, допустим, еще пару крипов. 6 стаков на 7,5 уже. На 7,5. 8,75. То есть за каждого лесного монстра. Вот 10. На 8 крипах мы получаем 10% скорости атаки. Одиннадцать двадцать пять. 12,5. Но стаков также 10. 12. 12 стаков. 13 стаков. 16,25. Я считаю, это очень жестко. Это у нее до сих пор действует форма. После того, как форма у нее как бы перестает действовать, скорость атаки понижается. Но я так понимаю, не особо намного. То есть да, вот одной ешкой она забирает всех как бы мобов. 16 стаков, скорость увеличивается на 20%. То есть тут ульта почти перестала действовать. Интересно, стаки у нее вообще какое? Ну это, наверное, как у Вейгара, так понимаю. Так, все, вот ульта закончилась. Все эти бафы закончились. На 21-25. То есть скорость 3-19. Это много. Это прям нормально так. То есть ни один АДК не имеет такую скорость. Это еще не потестили со смертельным темпом и со всем прочим. То есть вот 19. Давайте добьем, наверное, до 30%. Так, а тут она пролетает? Нет, так она не пролетает. Да. Так она не пропрыгивает. Двадцать пять процентов. Двадцать шесть. Двадцать семь с половиной. Так, а мы можем. Да, мы можем.
28. 30% скорость атаки у нее. Увеличено на 30%. Получаем 3,29 при 24 стаках. То есть это вообще легко сделать на самом деле, играя в лесу. Но она лесник, поэтому у нее 100% будет такая. Берем форму. 4,51. 4,51. 4,52. 5,44 после использования кьюшки. Я считаю, это много. Это прям нормально. После кьюшки, ешки, то есть всего вообще, всех умений. Да, вот мы получаем вот такую вот дичь. Это прям жестко. Так, можем поставить барона. Ой, нажал не то. Так, с бароном у нас будет. Пять пятьдесят. То есть пока что, ну, самый максимум, который я сделал, это реально 5,50. 5,50 это, я считаю, много прям. Прикиньте, вы бежите такие, никого не трогаете просто, в вас вылетает вот такая вот дичь, делает всякие разные грязные вещи и просто разносит вашу команду, ну, за сколько? За несколько секунд, в принципе, при фулл закупе. Но это если нет контроля как такового. Ну, это жестко, я считаю. Ну что ж, мы будем ждать ее на лайве, конечно же. Вот, как я говорил, пинг 200. Это много. То есть поиграть даже нормально не получится. Вот, но... Я бы, конечно, хотел за такое сыграть. Мне прям интересно. Ну, на этом наш видосик подходит к концу. Я не знаю, что это. Это будет нерв. Это по-любому будет нерв, скорее всего. Ну, это мы уже узнаем, когда она выйдет, когда она продержится первую неделю на лайве. Это будет, я не знаю, когда, потому что патч вышел только вчера на лайв. Поэтому, да. Ну, собственно, спасибо за просмотр. Будем ждать.